Так, прошу меня извинить, в самом начале стрима звонок меня отвлек. Для тех, кто любит эту игру Battlefield Bad Company 2, мы с вами сейчас поиграем. Есть у нас один друг, и мы к нему присоединяемся. Соответственно, мы заходим в канал Discord и попробуем с ним пообщаться. Это друг наш Валера. Валера, привет. Привет. Чё там, как обстановка? Да вообще, горячая. Жмут и прут. Понял. Так, на базе чисто? На базе, да. Мы тут уже к цепи перли. Угу. Ну, правда, с переменным успехом. То туда, то сюда, блин. Прохор поджимает. Да, типа того. Ну, не очкуй. Сейчас попробуем выровнять. Так, а у нас Зина не достает, да? До Б. С базы. Ну, на Б там, если попадает, редко, мало. Как бы. Кучность уже плохая. Распыляется сильно. Цепляет, так вот, равно должно. Блин, у него пинг шикардосный, 67, 88. Ну, он опять у кого-то в гостях, ага, он, типа. В Крыжополе. Ну-ну. Привет, Евгений. Спасибо, что ты смотришь. Спасибо за поддержку. Так, вертушка по правому флангу идет. Возле Ватскилл. Б проходит посередине. Походу Проха летает, да? А хрен узнает. Там вообще летал этот Full Control на боевой. Сейчас две вертушки. Так, достаточно хорошо летают это вот. На боевой, по крайней мере. Он там постоянно пересаживается туда-сюда. Хорошо летает. Начинаешь стрелять, он пересаживается, амбитушка резко падает вниз, да, и, ну, и, соответственно, не может догнать ракету, не получается. Он. За темный лес села грузовая корова, блин. Вот он опять пересаживается, тварь, по мне лупит. Вау, танк. Где, подсвети. Ну вот он, full control, опять меня подбил. Может, базу опять взять?
танк на дороге к нам на С. Блять, они уже здесь везде. Они уже на С. Задал меня этот full control, зубы, блин. У нас тоже какой-то вот этот странный этот первом месте тра-та-та, блин. Я вообще не пойму, он бегает штурмовиком, у него такой счет. Да охренеть. Давай возьмем с тобой вертушечку. Получится, нет? Не знаю. Да нихера не получится. Потому что ты уже там. Конечно. Летаешь. Летаешь, да. Напарник меня еще и бросил вертолет, блин. Идиот. Тушка хорошо маневрирует, сразу видно профессионала. Да. Еще и этот летает ВПЛА в воздухе. Вот меня чуть не подбил сейчас. Чуть-чуть смазал. Блять, еще и мины накидали. Проха, да ё-моё, твою мить. Сидит сейчас, улыбается. Машина на С идет. Блин, я промазал. Они вообще уже обнаглели. Прям на С зашли. Вообще, они сейчас нас еще и к базе придают, да? Да, они уже сзади. Они уже на С. Таким темпом. Да, они на С. Они так и сидят. Они уже забрали. На це так и сидят, минимум двое. Контрол, блин, не вертон, так, блин, 136 достает. Так, высадка у нас на базе. Да, вижу. Все, я его снял. Чисто. Хера себе, блядь, гашек с танка. Сбил меня. Ну все, говорит, не жалеть. Ты сейчас Паниковского включил, а надо сосредоточиться, взять себя в руки и пойти вперед. Да, да. Там больно это, ракетчиков дофига. Не проходится вперед. Ну, я понимаю.
И мины лежат у нас, да, на базе? У нас на базе? Не знаю. Не видел. На С. На С лежат. Лепешки. А, понял. Ну, Проха на Ми-28 летает, ну понятно. Теперь. Ты его видишь, нет? Один слез, второй. Нет, сейчас я боком двигаюсь, не вижу. Вы че? У меня уже запуски ракет идут. Цитали, блин. Че, блин, накинулись-то, я че, блин, вам? Че плохого-то сделал? Так, ну если что, имею в виду, вертушка на базе, полетели. Давай, 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 давай. Потихонечку сейчас мы продавим. Садись, садись. Справа гора. Видишь? Ну, да-да-да. Не зря я светал. Танк. Жизнь потратил. Так, ну, там запуск был где-то рядом, имею в виду. Нет, это я, наверное, маячок ставил, когда я, может, покрывался. А сейчас где-то летит, не пойму откуда. Крыша сидит. О, вытерли. Блять, здесь вертушка опасна. Ой-ой-ой. Ну, тут да, недолго. Если ты сюда влазишь в пепло, то вообще желающих поживиться много. Верт. Вертушка справа вообще, грузовая. Ты меня отвернула никуда. Так, есть попадание. И нам есть попадание. Прыгай. Рано. Прыгай, прыгай, прыгай. Да не рано, они выпрыгнули тоже. Сейчас будет. Буду резать, буду бить, все равно тебе не жить. Так, одного снял в воздухе, второй не знаю где. А вон он, вентилятора. Так, и второго добили. Молодцы. Ну, давай еще разок. Ну, если там кемпер какой-то стоит дома, это не сядет. Давай, 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 садись. Так, и смотри, не спеши, мы не проходим дальше, нам смысла нет, мы здесь не вытащим. Вон у вентилятора бегает, смотри, видишь, пометил. Да, все, здесь выбиваем. Смотри, ты летаешь, морда всегда вперед, морда вперед, не поворачивайся. Если что, мы всегда можем сесть. По нам запуск идет с лысой. Бля, да нихера вот он этот попал. Да прикинь, с какого расстояния он попал. Угу. Из скалы. Да. Давай еще разок. И причем делать? Это очень часто. Еще раз. И не очкуй. Все нормально. Я не очкую, что делать? Надо биться, бля. Все нормально. Проха нас кинул. Нет. Игра, видишь, нас покидает. Ну, кинул в хорошем смысле. То есть он видит, что у нас команда проигрывает и дожимает. Так, запуск с горы, с того же места. Да, оттуда вижу. Же. Оттуда же. Достал. О, ё-моё! Бля, вентилятор. Твою медь! Что-то даже вылезти не смог. Капец, какой-то. Наверное. Я вечно это на жопу и не смотрю, блин, где вентилятор. Я понял. Сейчас я, блин. Давай, 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 давай. Взлетай, взлетай. Чувачок сел. Садись с ним. А. Сел вперед меня. Ну. Метад какой-то.
Эй, мужик, машинку лучше отдай мне, а. Короче, я вышел оттуда. Пускай его сбивают, это... Может, до скалы долетим, до этого чувака накажем? Если он нас вперед не накажет. Там шансов мало, но... Подожди тогда меня. Попробуем. Ты где будешь, по левому флангу проходить? По левому пойду. За риском. Маловероятно. Ну да, попробуем. Ну, ясно, что... Так, ты смотри, если будет... А, по нам уже работают. Блядь, мы уже подсвечены. Да, блядь! Как они... Ёпки. Как он меня даже добил ракетой потом, когда упал уже. Хера себе. Пипец какой. Блять, нету ни танка, ничего, блядь. Все куда-то прорвалилось. И главное, на поле ничего нет, ни танка, как... один танк в поле. И все. Ну ладно, я попробую на танке, потихоньку пойду. Пойти. Ну а какие варианты? Ну, да. Тут проигрыш уже прям сразу сходу. Вчера он почти попал. Мы еще с базы не вылетели, он уже в нас ракету ведет. Ты прикинь? Ну, согласен. Пипец. Уникум. Какой-то. Да? Уникум. Угу. Типа того. Не знаю, может у него это монитор метров 10 длиной. Прям возле базы сидели. Прям возле базы, на выезде. Впереди мина, смотри. А, это аптечка. Смотрю, ты едешь, какая-то шняга. Я же пометку поставил. Все, почему? Прока. Любитель меток. Возле базы. Лопотно тут поджали. Ну, кемперасты сидят на кемперской горке. Долбят. Блять, на раз-два меня уделали. Раз-два. Ну, блять. Такая же херня. Причем у меня
Ну ладно, что жаловаться-то? Уже поздно. Эй, машинку отдай. Я хоть мины поставлю, хоть не зря поедешь. Я уже уехал, Валя. Где ж ты тут орал прямо за машины? Да все уже, Валя. Это проигрыш все равно, что-то. Тут дурачок сидит. Надо сделать все равно в конце. Надо сделать пакость обязательно. Дебил, блядь, какой-то сидит, блядь. Этот проигрыш, так что можешь налево направо бить. Право бегут, у тебя вон они. Странно, взрывчатка не сработала, взрывчатку накидал там, без ножа он даже не пихнул. На горе можешь выйти, там сидит твой друг. Не успел до друга, блин. Сейчас полегче будет, Проха выйдет. Сейчас мы битых нагнем, Проха вышел. Не, ну смотри, я просто, ты же понимаешь, у меня политика такая, если они, команда сильная и не выходит, ну и не дают нам расслабона, то есть мы их зажимаем прям до жопы. А он не вышел еще. Кто не вышел? Проха. Не вышел. Кто тебе написал пока? Заколебали, взяли дверцушку, идиоты. Хрен подобрали, быстрее валить. Сами упали, блин. Ну лети, блин, идет какой-то сел, блин, веса. И сидит. Шинец. Мы захватываем эту позицию. Пока ждем, сейчас уже все, Б заберут. Конкретно. Так, у них кто вышел? О, у них самые главные враги вышли, ну это хорошо. Пощады не будет, правильно? Ну да. На войне как на войне, да? Да. На полную. Зина, что ли, работает? А, вот это. Корова, вот это. Танк на Б. Потом он по бомбам. А, нет. Бьется, цепляет. А где он? Я его не вижу. Я его пометить не могу. Вон, пометил. Справа, справа от тебя. Дал по нему раз. И... почти. Ну да, вот минок его разбираем, разбираем. Че его там щипаю просто с этой пушки. Так, он кто-то вышел бежать к домику. А, еще один танк. Да-да-да. Второй. У них еще и на респе танк появился, да и по на мать, тут бы хоть появился не туда. Ломаем все. Ну да. Ребята,
или на танк, на тот, который у них появился новый. Ну и тот еще живой целый. Свети его, я его не вижу. Я не могу, блин, далеко, не светится они. Пехота подсвечивается, а танк фига не хочет. Оба. Ой, нас сейчас зенитка снимет, там зенитка заработала. По нам херачит. Зенитка, если что, шмальни ее. Да блин, танк сломали. Я уже понял. Меня убили. Попу свою прячешь. Да меня убили, все. Так, ну отлично, у нас команда сработала. Мы крайнюю точку их не забрали, это так. Для сведения. Ну да. Единственно. Что-то. У меня тут что-то проморгало. Смотрю. Так, у них летчики есть хорошие или эти? Ой-ой-ой, куда летит? Блять, а. Спалился. А Тобиус срезал меня. О, на, гости есть. Это третий, не могу понять где. А, в танк сели. Сейчас помогу. На. Я понял. То есть базу выезжаешь? Да. Так, он вышел. Я вижу. Все, его добили. Не знаю, один был или сколько. Потому базу не сколько не взял, что вам поддержки не было. Сейчас мы зажмем. Чувство такое, что мы сейчас по жопе надаем. Не знает. Мне тут тоже летчик отлетает на колоссальном расстоянии. Я так просто воздух поливаю очередями. Две точки держит. Да. Бля, танк не вижу, где он там. Они уже на А. Блин, солнце стало у нас что-то близко. Там хмуро было. Который день. Солнце будет за счет отсвечивает. Прямо скоп. Ну, у тебя уже темно, наверное, да, за окном. Не, у меня нормально. А как вот, например, у вас это, например, вот машину, если это вот продаются машины с Мурны, Камчатки. И продаются машины, говорю, Петропавловск, Камчатки, там это, да? Ага. Что-нибудь такое. Как машину, например, вот, если купить оттуда, паром какой-то вывозить, да, что-то катает? Петропавловск, Камчатки, это материковая часть. Ну, своим ходом тащить, наверное. Нет, ну вот на Камчатке, на самой у вас, да, вот продаются машины там, я вот с Мерлока. Я ж не на Камчатке, Валер. А как? Подожди, где ты? У нас получилось. Сахалин. Сахалинская область, который... да. Остров.
Угу. Ну, понял. Ясно. Что-то я вообще какой-то кривой, блядь. Ты вот на этой херне так хоть хорошо как-то стрелял сюда. Сидел на корове. Я что-то вот никак не могу привыкнуть, как с ней правильно опережение все это делать. Зарезка. Тут надо постоянно, да, подгадывать. Идите по левому краю. Почему всех это? Еще и пинджеры разные, поэтому под каждого надо свою подгадывать что-то. Угу. Да он не идет, он стоит вот на издалека, у него такая позиция, что это пощипывать, летать. Так, Валера, они уже камни между Б и А. Ну, я знаю, одного снял. Там еще есть, не подсвечивается, я не могу подсветить. Что-то МЧС прислало по Омской области, ожидаются заморозки в приземном слое до минус 5. Вот так. Дождались. Раньше времени зимы, да? Угу. Блядь, меня кто-то спалил. Все по мне уже работает. Ладно. Так, Валер, вы потихоньку двигайтесь вперед, как-то толкайте их. Ну как я его заставлю толкаться его? Взорвать его изнутри, чтобы он перевернулся. Да, может быть. Вот он пролетел починиться, блин, на базу спрятался. Ну, в общем, такой хитрый летун. Лучше бьет мало, но в сухую. А заходит с той стороны. Ну, я их маленько подчистил, двоих. И третьего еще слева подчистил. Так, еще вроде больше не видно. Танк идет посередине. Где? Ну, на русский лес поднимается. Вот нас снимет четко на подъеме. Вот по точно полю? По нам будет. Да, ну он тут на подъеме стал, блин, перед русским лесом. Надо прорываться, короче, сюда, блин, в ГЦ, на чем-то. На где не сидит какой-то, вот это, короче, по левому краю получается. Да зависнет, ё-моё. Блять, а. Наблюдаю себя вражеского снайпера. Валера, вертушка заходит прямо на вас. Опа! В бок. Нихера. Все, кто-то отомстить решил. На базу заходит. Все, 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 все. Ну, смотрите, все. Аккуратно. Все, я пробую сейчас идти по левому краю. Туда, на дальний кордон. Так, ну, давай-ка мы вдвоем. Так. Блядь, тут по нам какой-то залп был. По-моему, там БПЛА, по-моему, стоит, чувачок. Потому что мимо нас пролетела какая-то фуфля.
либо башню. Скажешь, когда прыгать? Ну, не знаю, можешь для размножения прыгнуть на этом, на Ватсхиле. Ну, я не вижу. Я пролечу. Сейчас можешь прыгнуть. Чувак слепой у меня еще тот. Бля, Валера, если ты погиб, то на мне. А, ты живой. А я вертушку сбить успел. Они хотели меня докопать, я еще успел на лету ее сбить, бля. Пипец. Редкость, конечно, да. Случайно. Закономерная случайность. Так, ну я пока бегу. Ну в шарах красное все. Чувствую, будут искать. Уже летят искать, сейчас будут просчитывать все. Уже крутится, крутится. Вижу, вижу, тебя ищу, да. Танк на бы заведенный стоит. Блять, прям печально. Попробую его размотать, конечно. Он где-то рядом со мной еще бабахает тоже там. А, вот рядом со мной стоит там. Тип твою мать. Сюда, ой, слушай, со взрывчаткой приходи. Танкиста можешь взять. Или, не знаю, или базу по-моему. Ну, он жопой ко мне стоит, танк. Его можно подорвать, сбегать. Блин, он поехал. Ну, что, за ним гнаться? Да не гонись, ладно. В принципе, давай попробуем взять базу, растянуть их. Там вроде и Б моргает, вот это что-то. Как-то расслаблен. Валер, я беги. Ушла. Сейчас, подожди, я сейчас на С зайду. Ты беги к ним на базу. Если есть машина, езжай к ним. Забирай там что, танк, не знаю, вертолет. На Зину садись. Понятно. Давай, езжай. Так, там у них уже на Зине кто-то сидит. Я вижу, что-то вылетает очередь, или с танка, или с Зины. Танк, танк. Забирай танк. Он здесь стоит, на С. Наблюдаю легкую пехоту. Прием. Блять, он с него вышел, с танка. Вражеский бункер захвачен. Блять, ну ничего страшного, ты у них на базе держишь, да? Ну да, пока что. Держи, держи. Так, что у них можно забрать? Сосредоточиться на обороне. Ты на зенитку можешь сесть. Сейчас, подожди, танк заберу. И там их не верт летает. Так, ну сиди в танк туда. Ну, я пошел туда. Так, я вверх почти разобрал. Разобрал. Вообще разобрал. Хорошо. Сейчас иди, хотя его вернуть. Один есть. Второй тоже есть. Почти. Второй есть. Ординатор бегает здесь. Блядь, да что ж ты так я долго чинил, надо было. Ты успел меня выщипать. Так, ты далеко? А, ты кто-то сидишь, что ли? Можешь выйти? Где-то в час. Час. Леша, ты выйти можешь? Где появился? Слышь?
Блин, долго вы там что-то килились. Чтоб выйти. Хорошо. Ну зато наша вон кучка присмотрит, Б подлезла уже. Хоть. Я так гребаный этот домик, застрял в домике в этом. Че такое, Валер? У меня телефон опять отвлек, извини. Лагающий домик. Домик. Ё-моё, у всех отряды полные, никому не перейти поближе. Там один вообще на ведре уже почти у них на базе. Блин, столько народу стояло, у Б ни хрена не взяли, да что на нас? Что это такое-то? И сейчас опять взяли, стоят все в отдалении, три танка, блин, ни один вперед не идет. Ждут, когда кто-то что-то сделает. Молодец, снял его. Спас мне шкуру. Он возле меня бегает. Шкуратер. Шкуратор. У нас КамАЗ в вертолете. Вертолет КамАЗ летает. Так, Валер, ну, надо собраться. Ты намного сильнее, чем тот этот Гашек или как его там, Гашиш. Для кого там? По ракетам я вообще отдыхаю. Гады, двое прибежали. В глазах и так красно было. Залечена пехота противника. Блять. И все впустую. Суки, а? Как они работают, молодцы. Хочет жить. Угу. Каким патрончиков, поцак? Эй, можешь поделиться моими припасами? Пехота противника. Наблюдаю пехоту с ярким стрелковым вооружением. Прием. Маячок установлен.
Так, Валер, я на Б. Я нигде. Верта, ты сбил, нет? Да, случайно получилось, Миш. Ну, так, хорошо. Только в отместку. Деда! Тебе и мне по спине этот же идиот, который тебе стрелял. Блин, они уже у нас на А. Там еще один, дальше, возле ВАЦ. Да, вижу, вижу, кемпер. Угу, все, его убили. Это я. Молодец. Вообще красава. Ну, но тут не знаю, нас... что еще. Вон да. На лысой сидит еще чувак. Один и внизу второй он. Я о, понял. Попал. Ну это случайно, опять да? Ну да. Ах ты, ах, ах ты, ах ты. В домике. Левые домики там у дороги. Ну смотри, они уже сзади вертушку нашу своровали. Это что? Бля, они еще на Ватсхилл сидят, Валер. Я пошел наверх. На Ватсхилл. Понял. Я пойду с другой стороны в Ватсхилл. Угу, хорошо, давай. Встречный план, так сказать. Там, поди, уже никого нет. Что-то тут тихо. Ну, или убили, или зашкерились. Или я ошибся. По-моему, всех разобрали. Может, и нет. Может, светилось так. Родственников бывает, знаешь. По большому счету, не, вообще ничего не светилось. Просто я слышал. А-а-а, крики. Трассера. Так, ну теперь надо выдерживать его, да? Угу. Пошли чуть-чуть поближе подберемся. Серединочку держать. Сзади чисто? Пока. Ты чисто. Заречена пехота противника. Блять, они возле... Возле темного ветряка. Ну, здесь встречаем. Я понял. У меня патронов уже нет. Подбери. Да и тут вон кемперили одни. Были. Буду давить их, как мясо. Ты что, один поехал? Ну. Уж поехал, так поехал. Прямо в речку не приехал. Мне говорят, вернись, смерти ищешь. А ты там что? Патронов... Ну, без ладно, патронов? Шкирился. Ну, он... ракеты есть. В автомате пусто. Надо поддавливать и зажимать, прям заводить их в анус. Ну. Это, блин, падлы. Че такое? Пометили меня, видно. Нашли. Я на машине в горе. Если что. Ага. Патрон надо? Что-нибудь? Нет, не надо. Есть попадание. По танку? Третье нужно, да? Но.
Снайпер стрелял. Ну так... его так не добили, что ли? Нет. Охренеть. 4 заряда фигачили туда и толку нет. Я промазал. Так, тут у нас кемперок бежит прямо на горочку тут. Где сидят засранцы? Посмотрим. Вот один есть. Угу. Тут еще один внизу. Точно явно, сидит. Явно. Угу. Вот он. Режь его, говорит. Ааа, хорошо. Мясо пошло. Тоже одного посадил на клык. Угу. Че, пошли забирать? Сейчас появится. Да-да-да. Я пытаюсь. Там танк, смотри, возле темного леса да. стоит. И танк возле поля. Ребят, кто смотрит, кому интересна игра Battlefield Bad Company 2, пожалуйста, можете пообщаться со мной. Прям в режиме онлайн, что говорится. Быстро, быстро появляемся, не стесняемся. Меня разобрали. Я не успел. У нас на базе базрейп. Да никто не успел. У нас базрейп. Да ты че? Да, майор бегал. Майор Чердынцев. Отбегал? Угу. Блин, на Б кто-то уже появился. А случайно попал. По танку, вернее, стрельнул в ту сторону. Ух ты, блядь, сзади Валера. У нас на базе танк. Слышишь? Ну. Слышь, первым мне тут жарко было на цепи. Вертушка-то где наша боевая? Стрелили что ли? Или кто-то улетел дальше? На Б кружит. Шли погружим, позже. Что? Ты где? На Б, на Б, на Б. А, на Б? Да. Что ты дебилы? Сажу вертолет, они залазят, он выпрыгивает, падает.
пипец какой-то. На Б сидят. Так, Валер, надо прорываться, они бы еще заберут. Никакой летчик кривой. Наблюдаю пехоту с детским стрелковым вооружением. Прием. Бункер захвачен. Мы потеряли его. Так пусть бы ПЛА, если что, снайпер, имею в виду. Бегал. До сих пор бегает. Тебе танкист подставил свою. Да это я. А, это ты тут? Да. Я выстрелил ракету, а тут на танке выезжаешь и тебе, блин, крыло, блин. Угу. Завиндерил, да. Помял твою новую тачку. Что у вас? Взрывчат. Шиферный дом. Свечок кемпер еще сидит в тарелке. Да, они да, здесь уже на Б плотно сидят. Возле зимы сидят. Зачем? Уже взрывчатку наложили там. Так, они прям плотно сели возле Зины. Оля, опасно, опасно. Там танк. Поднимаются, поднялись. Плохие ребята. Еще один поднимается, второй там едет. Кто бьет? Да, еще один. Там еще один. Здорово. Валер, давай, поднимайся. На мне. Я здесь уже, за спиной. Твоей широкой спиной, блин, прикрываюсь. Что там, чисто поднимается? Да, есть там еще один. Точно поднимается. У меня песок в глазах. А. Я его снял. Но у меня тоже. Разменялись. Давай на мне. Может, давай это... что? Ну и... аптечку? Не надо мне. Не надо? Нет.
Так, поднимается один, поднимается. Помогите мне выбраться! Окей, ребята. Еще там есть? Сидит на этой, на зенитке. Сняли его. Вот боекомплект. Огонь на подавление. Цель уничтожена. Пытаю пехоту. Укрытие. Заряжаюсь. Прикройте. Что-то вертушку не видно. Я под огнем. Давайте сюда. На помощь. Боеприпасы. Собирай. Цель отмечена. Маячок установлен. Танкист теперь щипает там с дальнего леса там. Так, они в камнях, где киоски. Аркадий, ты зашел? Выхожу. Ну там выщелкали. Где киоски. Прям возле нас где-то. Фу, блять. Я думал, это свой, он в домике сидит, прям в разломанном. А в каком разломе? Тут домик. А все, сломали. Нет. Слева вверх. Идентификатор цели установлен. Бандит СПГ, приготовься. Так, один вышел на ватскилл внизу. Да, 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 вижу. Его сняли со стационарного. Угу. Да, я понял. Машина на Б заезжает под камни посередине. Блин, прошла, корова пошла. Угу. Куда? На А идет уже. Правда, она как-то так падающая. Нет, она что-то по кругу пытается полетать. Не-не, она не пошла на А, это точно. Высадились. На А проходит машина. Зашел, походу, сломали ее. Так, на А двое. Зачем?
блядь. Они тут уже мины нахерачили, блядь. Самоубийство, что я сейчас. Угу. Тебе там кто-то чинит, а? Ну да, свои чинят. На А заходит. Вертушку встретили. О, опять будет дым. Да это вообще капец. Пока тут побарахтали, но растянули нас. Машина идет. Ну да. Ну бля, сбили нас. Вагинатор. У нас уже опять тут корова прилетела, базу расстреливает. Я вижу. Да. Там три танка, блядь. Слева верт, слева. Идет. Танк на дороге. Сзади верт. Блять, промазал, а? Теперь у нас на базе все качается. Блин, ни хера не вижу. Танк на горе стоит, блин. Они уже посередине. Парни, они дают на базе технику брать. У нас? Ну да. Это плохо. Ну, вроде что-то взлетает. Что так ложись? Разрядили? Станок.
Русский лес. Возле снайперской вышки. Ну там они и в россыпи камней сидели, были, и там. Да. Идентификатор цели установлен. Бойцы в ТПГ, приготовиться. Патронов у нас нет, да? Ну да. Здесь пока нет. Блин, печально. Ничего мы с тобой не можем изменить ход игры, да? Ну да. Слабовато будет. Вертушка стоит. Полетишь? Ну вот я уже бегу. Бегу. Ну там уже вы уже сели. Летите, летите, короче. Че он? Боится летать? Хотел ганером. Лети. Ну какая лети, если я еду. Ну ясно. Все разорбары метки, блядь, танкисхеров. На каком хрене, блин, поймал меня с танком. Так, что там у нас творится? Короче, мы сейчас это опять зажмем. Вот сидят. А, ну да, вижу. Сразу два. Возле вентилятора. Я сейчас уйду. Здесь. По низу пройдем. Ой, выходи. Или не пройдем. Слишком низко проходили. Блин, да я хотел там, но не получилось. Я смотрю, мы морды так. Там корова. Да пофигу. Идем дальше. Не светись. Пойдем, попробуем. До дальнего. Не стреляй. А, нас уже щиплет, подсветили, видать. Ну, боевая нас не видит. Проходи, проходи, боевая вперед стреляет. Угу. Она не видит нас. Хорошо, хорошо. Нас только танкист видит. Разробар. Блять. Гоша Гор, блядь, собран. Пиздец, нахера он, блядь, туда. Угу. Достал нас задух. Пипец какой-то. Угу. Так, вертушка посередине, видишь? Выше нос. Где этот он на базе? Ага. Пошли, пошли, пошли. Или куда, назад? Не, назад, назад, назад. Зина нас Зинка разломает. Да, вижу. Я вышел. Хорошо. Уйди, твою мать. Мина противотанковая еще. Так, Валер, на мне, если что. Ну, сейчас. Блин, это ее цепанул. Прям, как говорится, в этот, в пятачок. В блинчик. Там танк недобитый, третий выстрелом остался, внизу.
Драпает того, добили ребята его. Замечена пехота противника. Центральные камни бегут в Б. Ихняя леска. Он пометил. Здесь одного убил. Еще один. Блин, он все в танк сядет. Здесь убил, убил, убил. Нет, нет, не сядет. Занимает танк. Я вижу, вижу. Я все, базу то и взял. А что толку-то дальше? Если наши никто не подойдут, эти нас опять прижмут. Тарелка. Кемпер полетели. Тут пульки пролетают откуда-то, не пойму откуда. Тарелка. Откуда бьют? На высоте сидит кемпер вон еще. Собака. Быстро наружу! Оно разваливается! Цель захвачена! Перезарядка еще. Живой, нет? Да, пока живой. И там в тарелке кто-то что-то так и стреляет, но никто не, там не помечает, там наш остался кто-то еще. Проклятие! Вот, ты появился на нем, да? Пытаю пехоту с ярким стрелковым вооружением. Прием! Убейте их! Достался бы. Есть, есть, зачистили. Тарелка зачищена и захвачена. Ну, теперь они отберут у нас. А, нет. Блять, они на Б. Ну, в середине. Дальше. Наш бункер захвачен. Они на горе. Снайпер сидит. Ну давно там, блин, я его никак выкурить не могу. На нем уже вот и кладятся. Блин, плохо. Блин. Гашек у большого домика сидит. Замечена пехота противника. Спасибо, братишка. Царя 2, мы потеряли бункер. Нас выбили с позиции. Граната пошла! Вот, сука, этот кровавый смерть. Левый домик вон там. Нет, машина стоит на горе. А, вон, ну, понял. Не боевая, простреливает издалека. Танк здесь, смотри, справа танк. Разок дал. Тоже дал. Аркадича долбанул. Что-то еще жужжит. Блин, Валер, надо на базе брать. Где? Вертушку. Опять тут что-то. И кого тоже.
и колотушку к ней. А что тут на базе? Я не знаю, по-моему, разрыв. Подозрительное движение. Угу. Кто-то умер. Вон бегут уже у нас. Они вот тут уже перед базой сидят. Угу. Я понял. О, бля, попал у нас. Гашек. Гашек. Где-то здесь был Гашек. Корова, смотри, идет посередине прям. Угу. Я промазал. Я тоже. Двое сзади, подожди. Обе тушки мертвые. Я не останавливаюсь. Не останавливаюсь. Блять, я выпал из твоего автомобиля. Так ты же выскочил специально. Я понял. Танк перед тобой прям стоит, Валя. Ну, я вижу. Разобрал тачку. Значит, ты умрешь, гад. Ёб ты, промазал в упорстве. Делают его, делают. Блин, да почти. 99% у него. Сломали, все равно сломали. Пять А. Блять, танк взяли у нас на А. Суки, блять. Под вами там где-то бегает. Ёпта, вы чего проморгали-то его? Он на меня вышел, прибил. Сзади у вас за спиной уже бежит. К вентилятору обратно. Там где вышка разломана. Да блин, куда эта ракета ушла, ё-моё? Шла прям в хвост вберила, не попала. Нас нагнули. Мне так стыдно. Хоть игру удаляй. Ну да. Че, близко кто-то был, нет? БПЛ-шка сейчас летела.
тебя вражеского снайпера. Замечен снайпер противника. Позорочно. Конец связи. Ну да. Что делать? Ну ладно, чё. На этом позорище, наверное, пока. Пойду. Да. Так, ребят, все, спасибо на сегодня. А Валера вышел, да, уже?